Всем привет, мои хорошие, с вами Вида Эпик, и добро пожаловать! Сегодня, наконец-таки, мы с вами будем разыгрывать маленький конкурс, который я разыграла около 2 недель назад в своей группе. Конкурс на то, кто хочет получить сигнат Вики! Уи! В общем, главным заданием было же сделать репост на эту запись. И примерно 1 октября я писала, что рандомно разыграю 3 счастливчиков, которые же получат от меня эту заветную сигну. И да, некоторые интересовались, что же такое сигна. Хороший вопрос, Google помощь. Ну ладно, сигна — это когда я пишу ваше имя, или это раньше была идея, ну в общем, грубо говоря, ваше имя и фамилию на листочек и фоткаюсь, то есть, грубо говоря, делаю селфи с вашими инициалами. Та-да! Вот и весь прикол сигны. Да, ребятки, и сегодня... Сколько, господи, 144 человека... Нет, 143... 143 человека наконец-таки будут испытывать свою судьбу, если так можно сказать, конечно же. Ну что, давайте не будем томить. Конечно же, да. Я, конечно же, не делала видео на своем канале, потому что не посчитала, что это стоит настолько такого, знаете, значимого внимания, чтобы еще делать отдельное видео, спешл к этому маленькому конкурсу, шмалипуси-сюсеньки. В общем, все, давайте не будем томить душу, давайте, вот я все это дело выделяю, давайте вот вид прям копирую, и вот у нас есть такое очаровательное приложение, которое называется Random App. Короче, через это приложение мы с вами будем узнавать, кто же станет победителем. Господи, аж самой аж попурочные мурашки лазит. Так, у нас здесь есть фильтр пользователей. Нам надо поделившиеся с друзьями, потому что именно на репосты и делался этот конкурс. Ну что, вставляем сюда вот эту нашу селечку. И жмем далее. Сейчас оно загрузит пользователей. Вот они, драгоценные мои. А что 41 пользователь? Ну хорошо. Знаете, мне говорят, что у меня счастливая рука. Но только, к сожалению, сегодня она будет счастлива только для 3 человечков. Ну что? Давайте уже выбирать победителей. Итак, барабанная дробь. Ну? Да ладно! Господи, чувак, я же тебя знаю. Ты сегодня у нас везунчик, ты у нас первый в списке золотой троицы, если можно так сказать. Константин Маринок, я поздравляю тебя. Скоро ты получишь от меня сообщеньку там, где будет твоя заветная сигна. Блин, чувак, поздравляю тебя. Ох, ну что ж, мои хорошие, у вас еще есть попытки, у вас еще осталось... Еще 2 человек сейчас получат от меня сигну. Ну что ж, кандидат номер 2. Поехали. Александр Зибров. Знакомая фамилия. Поздравляю тебя, Александр. Ты получишь от меня сигну. Ты у нас 2 по списку победителей. Так что я тебя поздравляю. Скоро ты тоже получишь сообщеньку с заветной сигной от Вики. Так, и у нас третий, последний на сегодня человечек, который участвует в конкурсе. Кто же это будет? Ну что ж, давайте жать вместе. 1, 2, 3, поехали. Уй! О! Воу! Андрей Ткачук. Ну, я тебя поздравляю, мой хороший. Ты тоже у нас получишь сигну от Вики. Давайте вот я тебя проверю. Ой, вэй. Ладно. Открыть. Андрей, так, Ткачук, давай. О, господи. Ой, вот зря ты бухаешь. Эх, ладненько. Да, все это дело есть, даже проверять не стоит. Ну что, мои хорошие, давайте посмотрим.
Ну да, хорошо, ты не фейк. Ты не фейк, я тебе верю. Поздравляю тебя, Андрей, ты тоже получишь в скором времени. Конечно, да, у тебя заставочка такая I love CSGO. Тогда в скором времени ты тоже получишь от меня сигнал, сообщеньку с заветной сигной. Поздравляю тебя. И вот наш второй победитель. Давайте посмотрим его страничку. Кто ты такой, еще тебя идет? Ням-ням-ням-ням. Угу. Авиация. Кот с вопросом what the fuck. И очень милое создание. Ах, ну ты у нас по КВшечке. Хорошо, твоих фоточек. А, не, подожди, там была какая-то твоя фотка. Ах, ладненько. Вот, 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 не сохраненный фотографии. Все, все, тебя вычислили, чувак, тебя вычислили. Ай-яй-яй, что, что за, что же, фак, аля. Ну что, Александр, ты тоже у нас получишь от меня сигну. И вот у нас самый первый кандидат на сигну. Это нас выиграл Константин Маринак. Ну, я этого человека хорошо знаю. Ну, как достаточно знаю, поэтому я уверена, что не фейк. В общем, мои хорошие, спасибо вам большое, что вы участвовали. Вот эта золотая троица, которая выиграла все-таки мою сигну. Вот. И в ближайшее время вы непременно получите сообщеньки. Каждый получите отдельное сообщенько с моей сигной. Так что не волнуйтесь, все, все будет, все будет. Спасибо, что вы участвовали. Хочу поблагодарить всех, что вы не просто так вот и лайкнули и забили на это дело, а участвовали в этом маленьком конкурсе. Большое вам спасибо, ребят, и увидимся в следующих сериях, возможно, даже в следующих конкурсах. Может, они уже будут какие-то более масштабные. Вот, ну, поживем, увидим. С вами была Вида Эпик. Обнимашки, целовашки. Пока-пока-пока.